Телеканал КРТ представляє. Тарифи на лікування підвищити, якість медичних послуг поліпшити. Це основні тези другого етапу медреформи, котрі збираються впроваджувати в Міністерство охорони здоров'я. Так, за словами очільника відомства Максима Степанова, у планах не лише збільшення зарплатні медпрацівникам, а й удорожчення вартості послуг. Невже пан міністр не знає, що ще не відмінена конституційна норма про безкоштовне медичне обслуговування населення? У нас медичне обслуговування це йде не як платна послуга, а соціальне благо, яке обов'язково для всіх громадян України? Ну от мене удивило це виступлення, тому що я вважаю все-таки Максима Степанова здоровим чоловіком. По перше тут дуже багато популізму в його словах. Перше, ми будемо повишати зарплату врачам. Пусть покажет источник, как он будет ее повышать. Властно. Это для начала, да? То есть до сих пор вот эти обещанные 300% надбавок э, не повыплачивали людям. Более того, одни надбавки повысили, другие уменьшили, и везде в социальных сетях расходят прямо выписки из полученной зарплаты, врачи получают по 6 тысяч гривен. Нема, ты да. 300%. Медперсонал средний получает по 4 тысячи гривен. Интернам убрали зарплаты. Субвенции на медицину со второго квартала убрали и в районах квалифицированных хирургов с 10 переводят на голый оклад. Поэтому сказать можно, что мы же это тоже слышали, когда шел Владимир Александрович на выборы, он говорил, что зарплата учителя должна быть 4 тысячи евро, насколько я помню. То есть можно назвать, но только Максим Степанович до должен был сказать, что где источник этот. А без источника это так лишь бы сказать. Теперь, что касается платной и бесплатной медицины, э, это вопрос э, то, что имеем уникальный сегодня шанс, когда монобольшинство, президент... Правоохранительные органы На сегодняшний день монолитная команда Представляющая одну политическую силу И нужно перезагрузить страну Но нету такого понятия как бесплатная медицина Ее априори не бывает Есть два варианта Это э, страховая медицина во всем развитом мире И в богатом арабском мире Для своих граждан Их там немного своих Потому что в основном работают трудовые мигранты Бесплатная медицина, но за которую платит государство Пан Юрий, давайте Саме зараз коронавірусна ця інфекція, ця пандемія показала, що країни, де медичне обслуговування йде як, власне як соціальне благо, як соціальна послуга, вони справилися більше, ніж там, де скажімо, була так звана хвалена ними найкраща приватна медицина. Приватні клініки Ізраїлю, Іспанії, Італії, Америки, Сполучені Статі Америки, вони всі показали, що вони не можуть справитися з пандемією, коли немає навіть натяку на систему себе. Машко. І, будь ласка, ваша хвилина, е, на вашу думку, чи можна відродити е, з таким е, поглядом міністра про платні послуги власне соціально орієнтовану медицину, як, як, як соціальну послугу? обов'язково? Смотрите, если, ну, я ще раз говорю, що варіанта можуть бути два. И в целом, если вы говорите по миру, все равно при всем том, что в разные страны, но в среднем все равно смертность не превысила 2,5%. Такая же смертность, как при любых других штаммах гриппов. Поэтому это тут вопрос: что много было политики и много маркетинга. Какая система нам приемлема? Я считаю, что так как мы идем в капиталистическое общество, должна быть медицина, должна быть страховая. Только для страховой медицины мы не должны пугать этим мнением пенсионеров и низкооплачиваю. Вначале нужно поднять уровень экономического обеспечения населения.